Привет всем нашим подписчикам и просто любителям японского автопрома. Вы на канале Priority Auto, автомобили с аукционов Японии. Сегодня мы забираем Honda Vezel и делаем на нее обзор. Погнали! Мы сейчас находимся в порту и осматриваем автомобиль, сравниваем с аукционником отметки о замечаниях. То есть у нас по левой стороне стояли две отметки А1, на этой стороне это скорее всего небольшая, на фото, на видео будет плохо видно, есть что-то. Также на заднем бампере, либо крышке багажника, вот тут есть царапина. По правой стороне, короче, смотрим. Здесь у нас вот аукцион, то есть он может поставить отметку, что царапину прям видно. Сейчас покажу, как в каком случае. Либо ее вообще нет. Вот здесь тоже стоит метка царапина, но это не глубокие, то есть потертости, которые тоже можно полирнуть. Вот здесь ее видно. По салону у нас стоит отметка B, то есть салон в очень хорошем состоянии. Оптика в порядке вся. Красивейшая вот эта оптика у Визеля. Все хорошо, никаких дополнительных повреждений не появилось. Значит, можно ехать, устанавливать кнопку и выдавать машину клиенту. Салон у нас, кто сидел в Honda Fit Hybrid нового поколения, видел, что салон идентичный. То есть, ну и больше скажу, что Honda Vezel вообще сделана на базе Honda Fit. То есть абсолютно одинаковый руль, приборка, селектор переключения передач, вообще панель вот эта приборная вся. Японец сделал нам очень щедрый подарок, а в порту нас этого подарка не лишили. Почти полный бак бензина, чуть-чуть не хватает. Слева показывает, в каком режиме ты едешь, перестаешь ты экономить топливо, либо нет. Также об этом говорит кольцо вокруг спидометра. Оно загорается красным, если все, ты расходуешь максимальное количество топлива, либо зеленым, если ты его экономишь. Интересная фишка у многих новых машин вот это. Во-первых, красиво, ну, во-вторых, напоминает тебе, что бензин дорожает, так что его стоит поэкономить. И вообще, что происходит с ценами на бензин? Кто объяснит, кто даст понятие, мы скоро все пересядем на электрокары или все-таки бензин подешевеет, нефть подешевеет, акцизы больше не будут расти.
как думаете? Мне кажется, все идет только к худшему. На руле у нас присутствуют лепестки, то есть это тот же Типтроник у нас. А тут у нас роботизированная коробка передач. Немного подробнее о ней позже. Но вот здесь за рулем есть лепестки понижения и увеличения передач. Кстати, предупреждение о том, что ты приближаешься к машине, тут тоже установлено. Машина, хоть и высокая, хороший у нее клиренс, но больше городская. То есть, ну, я не говорю, что она не выйдет куда-то на природу или на песок. У нее 4 ВД, то есть все отлично. Но вот машина прям для наших дорог, для наших хреновых дорог. Достаточно высокая, экономичная. Внутри у нее очень комфортно, то есть она не узкая какая-то, сидеть удобно. Сзади тоже, я уверен, достаточно места. Но я бы взял ее ездить по городу, нежели чтобы выбираться за город. Ну, может быть, кто-то и будет экспериментировать и ездить за город. Возможно, это и наш клиент будет делать. Итак, что у нас по салону? Это полный мультируль, кожаный. Круиз-контроль, лепестки на руле. Подогрев передних сидений. Кнопка запуска двигателя. Дистанционный ключ, соответственно. Роботизированная коробка переключения передач. Выполнен селектор очень красиво. Так же, как у Honda Fit гибридный. Спорт-режим, ручник. Активный подлокотник. Тоже кожаный. Салон у нас вообще, в принципе, комбинированный. Кожа с тряпкой. Хорошо смотрится. Подстаканники такие интересные. Все это убирается. Всевозможные подушки безопасности. Только для колен нету. Антипробуксовочная система здесь. АБС. Также система электронной устойчивости машины и система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения. То есть вот здесь находятся у нас глаза, и при угрозе столкновения машина тормозит. Задняя камера у нас здесь есть различными режимами. Система помощи при парковке также установлена. Люстра у нас здесь раздельная. Здесь также раздельная подсветка есть общая. Салон у Визеля достаточно оснащен. Много разных приблуд. Ну, это от комплектации еще зависит. У нас комплектация хорошая, это XL Package. Ну, почти самая жирная комплектация. Приходил у нас Визель переднеприводный, не гибридный. В салоне он был, конечно, поскоровнее. Мультируль у него был, меньше функций выполнял. Лепестков не было, там также был обычный вариатор. Ну, в салоне, в общем, смотрелся поскромнее. Ну, тоже хороший, но вот этот прям такой, чувствуется жир присутствует. Ну, а Визель, который у нас приходил в кузове Ru1, он вышел 1 060 000, а этот вышел 1 290 000. Это XL Package у нас, одна из жирных комплектаций. К слову, на рынке я нашел точно такую же комплектацию, но с пробегом даже на 10 000 км больше, и стоит он 1 390 000, то есть экономия в 100 000 рублей на эту машину в такой комплектации. То есть вообще не маленькие деньги. Ru1 у нас получается передний привод, не гибрид, там была средняя комплектация, тоже неплохая, но она, соответственно, 1200 дешевле обходится. Так что если у вас бюджет ограничен там до 1 100 000 и вам нужен подобный автомобиль, то в принципе можно взять в кузове Ru1, тоже хороший вариант.
trust me. Итак, Honda Vizel. Это потомок Honda HR-V в буквальном смысле. На европейской части выпускается точно такой же автомобиль, только под моделью HR-V. Honda Vizel выпускалась в первом варианте с 1,5-литровым двигателем бензиновым с мощностью 131 лошадиная сила. Во втором варианте, это наш вариант, 1,5-литровый бензиновый двигатель плюс электродвигатель, которые в совокупности дают 155 лошадиных сил. Также здесь у нас стоит роботизированная коробка переключения передач. В первом варианте у нас просто вариатор. И в нашем случае это 7-ступенчатый автомат. Роботизированная коробка передач 7-ступенчатая с двойным сцеплением. Автомобиль пришел с оценкой 4 балла по салону Б. То есть автомобиль пришел с минимум замечаний. Также Vizel по оптике, если смотреть, у нас оптика в кузовах от RU1 до RU4 не меняется. Единственное, в зависимости от комплектации у нас появляется светодиодная полоска. В этом варианте у нас также двойные линзы и туманки. Также в этой комплектации у нас стоят как глаза до впереди идущего автомобиля. То есть машина едет, если вы отвлеклись и так далее, машина при критическом расстоянии начинает сама тормозить. Очень удобная вещь, сегодня на себе испытали. Также в зависимости от комплектации у нас появляются вот эти серебристые молдинги, которые придают внешнему виду. Как видим, гибрид у нас АВД, полный привод у нас работает в реальном времени. В багажнике у нас стоит электронная установка, поэтому багажник особо не особо вместительный, нету больших карманов, есть такие вот мини-карманчики для каких-то небольших вещей. Так, в принципе, багажник достаточно большой. Шторочка вот такая прилагалась в этой комплектации. Не знаю, у всех она идет по стандарту, нет? В этой машине была. Семнадцатые диски стоят, литье хондовское. Повторители в ушах. Где у нас? Вот он, 1,5-литровый бензиновый двигатель. Хондовский. Редко не встречаешь на хондовском движке систему iTech. Новые технологии, все переходит более на новый уровень. Ну вот что мне нравится у Honda, именно постоянно под капотом в
все свободно, то есть много свободного пространства, что облегчает ремонт этого двигателя, то есть замену сальников, там каких-то проводков, каких-то шланчиков, все это доступно, то есть везде можно подлезть. Вот это постоянно у Honda. У меня был старый Аккорд, то же самое, стоит посередине двигатель и вокруг много свободного пространства. Honda Vezel появилась на рынке в декабре 2013 года и выпускалась до января 2018 года в этом виде. То есть это первое поколение у нас. С февраля 2018 года начался выпуск нового облика. Немного там видоизменяется оптика и немного бампера. Так, в принципе, машина остается также первого поколения. Особых изменений в нее не вкладывается. Но сам Vezel достаточно хорош своим видом, удобен для езды по городу. То есть это тот же паркетник, да, мини-кроссовер. Он очень удобен для езды по городу. Так что, кто передвигается именно по городу постоянно, для наших дорог машина очень хорошо подходит. В принципе, с Vezel все. Все, что я о нем знал, я сказал. Машина пришла в очень хорошем состоянии. Надеюсь, клиенту нашему она понравится. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Помогите нашему развитию, чтобы нам было интересно записывать для вас. Все, всем удачи, пока, на связи. Temptation. I shouldn't, but I just might. What if I did? What if